Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хотелось бы представить деликатную, корректную и, самое главное, точную и правильную растяжечку перед рабочим днем. Итак, разогрев перед разогревом. Построена на базе классическая сури намаскар «Приветствие солнцу» с некими дополнениями, которые помогают, так сказать, пробудить нервную систему, связочный аппарат и растянуть и подтянуть мышцы. Но не перетянуть, выключить их, а наоборот включить и мобилизовать, разбудить их. Значит, начинаем. Шестая позиция, выворотная имею в виду, ножки напротив плечек. Нейтральное положение спины, то бишь не лордоз, не наоборот, значит, нейтральное положение спины. Дышим носом, вдох хороший носом, выдох хорошим носом. Стараемся, чтобы каждое движение и смена позиции было направлено через дыхание. Ехаем. Значит, хороший вдох носиком. Спинка ровненькая, плечи вниз, выдох. Грудь на коленки, коленки призгибаем. По возможности выпрямлять начинаем, но не выпрямляем их тогда, когда у нас грудь отрывается от коленок. До того момента, как только она начинает открываться, мы заканчиваем. Правая нога максимально уходит вверх. Большой и мощный шаг, выпад. Ушли. Левая нога следим 90 градусов. Правая нога выключена. Ставим локоть левый. Ставим локоть правый. Следим за тем, чтобы коленка была выключенная. Протягиваем подвздошно-поясничную мышцу. Очень полезное мероприятие. К сожалению, хореографии мы очень часто про нее забываем и игнорируем. Делаем небольшие качи. Это помогает нам разбудить нервную систему, поймать равновесие в коленном суставе. Будем пресс, бока и весь треугольник мышечного корсета спины. 3-4 отжимания по возможности. Девчонки на колешках. Кошечка-собачка. Делаем максимально амплитудно, через дыхание. Задействуем максимально большое количество суставов. Через дыхание, выдох, вдох. И на выдохе уходим вниз. Стараемся максимально закрепить квадратные мышцы спины, напрячь их. Пустить туда кровь, чтобы они начали жить и просыпаться. Растягиваем пресс. Таз лежит на полу. Плечи не поднимаем, плечи опущены вниз. После чего переходим на стопу. Поза собака, мордой вниз. Стараемся сделать максимальную арочку. Также опустить максимально колешки. Ой, колешки выпрямлены. Опустить пяточки. Правая ножка вперед на линию рук. Пальцы на одной линии. Что рук, что ног. Подходит к этой линии левая ножка. Выключаем коленки, грудь лежит на ниже. Делаем хороший вдох. Заследим за тем, чтобы плечи не поднимались, чтобы они были напряжение. И выдох. Поза намасте. Задействуем голеностопный сустав. Будем. Пробуждаем. Делаем внутреннюю, внешнюю ротацию работы голеностопного сустава. Подключаем боковые мышцы спины. Слегка их будем. Продолжаем. Тоже мероприятие, только с левой ножки, постепенно добавляя амплитуду движения и делая статодинамику быстрее. Вдох. Выдох. Левая ножка пошла. Вдох. Выдох. Поставили локти. Вдох. Скруточка. Выдох. Опять вдох. Скруточка. Выдох. Вдох. Подвздошно-поясничная. Ручки вверх, делаем раскачечку. 2, 3. Переходим на планочку. Бег. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Отжим. Не забываем про дыхание. Дышим носом максимально. Вдох. Насыщаем кровь кислородом. Выдох через нос. Тем самым снабжаем мозг большим количеством кислорода. Выдох. Переходим на растяжку пресса. Делаем выпад, арочку. Левая нога на линию рук. Пальцы на одной совместили. Подставили локти. Подставили правую ножку
грудь положили на коленки, выдох, делаем вдох и выдох. Получается, мы с вами сделали один цикл сурьи, нам нужно сделать три раза с правой ножки, три раза с левой ножки.